Дорогие наши учителя! Мы вас любим! Мы вас любим! Без сомнения, мол, папа, я все знаю, понимаю все без исключения. Давай без нравоучения. Я здесь давно, а я пытаюсь объяснить твое назначение. Пока ты молодой, как важно выбрать точное направление для правильного движения. Ведь мне не все равно, как ты будешь жить, с кем ты будешь плыть. Я не хочу тебя учить, но просто ты пойми, а кем еще мне дожить? Когда ты станешь большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень хочется верить, что ты откроешься двери, не бойся что-то менять. Когда ты станешь большой, с тобой готов я рядом быть. Когда ты станешь большим,